Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами новым боксом. Называется, ну, такое вот название. Ну, назовем не обид. Регистрация здесь наипростейшая. Email, логин, два раза пароль, нажимаем регистрация. Тут, если захотите, все прочтете. Далее на почту приходит письмо. Кликаем по ссылочке. Попадаем на такую вот страничку. Нажимаем дашборд. И вот это наша панель. Здесь наша статистика. Здесь баланс на вывод. Здесь оффервал поинты. И рекламный баланс. Это вывод, друзья. Также не обид, это внутренняя как бы валюта. И одна монетка равно одной сатошке. Вот так бывает, перебрасывает на следующую страничку. Все-таки это криптовалюта и все это на рекламе. Присутствуют также уровни. Можно зарабатывать кран один раз в 60 минут, раз в час. Серфинг, шортлинг и оффервал. Значит, давайте по выводу сразу перейдем. Я вам покажу вывод. Да, кстати, кран платит. Я вам также покажу скрин моего пригласителя. Он уже выводил. Минимальный вывод отсюда. 1000 биткоин-сатошиков на Faucet Pay, ну и на другие платежные системы. А именно, сюда прописываем биткоин-адрес. Вот это я даже не знаю куда. Это экспресс-крипто можно выводить. Еще вот какая-то платежная система. Coinbase email. Имейте в виду. И вот Faucet Pay. Как бы также можно прописать. Это я все позже пропишу. Биткоин адрес привязанный к микрокошельку Faucet Pay. Нажимаем сохранить. Я буду, естественно, на Faucet Pay выводить. И также, как на панели, вот на главной страничке, слева вот здесь также меню у нас есть. Это вот панель я вам показывала, куда мы сразу после регистрации попадаем. Уровни. Далее аккаунт. Пойдем по порядку. Профиль. В профиле там нет ничего, если изменить пароль. Вкладочка реферал. Находится наша партнерская ссылочка. Вот она внизу. Вывод я вам показала. Да, вывод я вам показала. Это нужно прописать. Так. Шортлинк. Но это по желанию. Я не люблю вот эти шортлинки. Вот. Здесь довольно-таки неплохо можно зарабатывать. Это значит 15 сатошиков. Самое большое. И самое малое 5 биткоин сатошиков. Значит, далее VIF ADS. Нас перебрасывает на страничку, на такую. И здесь вот по 5 сатошиков. Давайте коротенько просмотрим. Кликаем вот на синюю. Они все по 10 секунд, в принципе. Ладно, давайте первую. Ждем. Перебросила нас на страничку, друзья. Страничка загружается. Вот здесь сейчас пойдет таймер. 5 секунд. Кликаем на зеленую вот эту вкладочку. И на страничку рекламодателя. Каждая рекламка по 10 секунд. И ждем, вот идет отсчет у нас таймера. Капчи здесь нет. Сейчас страничка загрузится. А, капча есть, извиняюсь. Значит, как здесь разгадывать капчу? Нужно... Вот смотрите, видите, у меня две кисточки. Значит, на одну из этих кисточек повторяющая картиночка у нас идет. Кликаем. Все, нам зачет. Таким вот образом мы просматриваем серфинг. Еще
Это серфинг есть. Давайте посмотрим. Здесь нет ничего. Значит, только вот такой. Далее ПТС ВАЛ. Это по желанию просмотрите. Так. Здесь история. Ну и все, поинты. В принципе, я все-таки... А, кран. Давайте еще на кран зайдем. Значит, у меня сейчас на балансе стало 10 биткоинов сатошков. Как я набираю 1000? Я поставлю, естественно, на вывод. И вот здесь также можно ПТС просматривать, рекламку. Я вам только что показала. Есть кран. Давайте на кране соберем криптовалюту. Ждем, опять загружается страничка. Идет таймер отсчет. Подождем. И вот 13, наверное, монеток дадут. Раз в 60 минут. Нажимаем клей. И все. Пошел отсчет таймера. Раз сейчас заходим, 13 монеток получаем. Возвращаемся на панель. И у меня уже 23 биткоин сатошка. Я считаю, неплохо. Ну, здесь как бы такого нет. Здесь вот моя аватарка появилась. Уже это в аккаунте. Это в профиле. Как я сказала, там такого нет ничего. Вот, send your wallet установить и поменять паспорт. Если, ну, вот перебрасывает мне сюда, что нужно установить биткоин-адрес. Вот. Даже можно и установить. Привязанный, не забываем, друзья, к Faucet Pay. Сюда я сейчас вставлю и нажму зеленую вкладочку. Все, я сохранила. Ну, а вы же хотите на Экспресс Крипто выводить, хотите на Faucet Pay или на прямой кошелек. Ну, на Faucet Pay 1000 биткоин сатошков. И я вам обещала показать скрин моего пригласителя. Значит, смотрите. Вот. neobit.com 1227 биткоин сатошков. 1 сентября вот мой пригласитель выводил. Платит. Все замечательно. Ну, а я же как заработаю 1000, наберу. Обязательно запишу видео по выводу. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, не присоединяемся. Всем удачи, всем пока.